Сейчас онкология начинает дышать в затылок сердечно-сосудистым заболеванием, и уже я боюсь, что она обгонит даже где-то сердечно-сосудистым. Это пинцеты, ножницы, ножи, линейка, зонд. Все это здесь присутствует. Кстати, обратите внимание, это не профессиональный нож патологоанатома. Это, извините, бытовой нож, кстати, хорошего качества, но бытовой. Почему? А знаете почему? Из-за большого объема работы и недостаточного снабжения. Государство. Да, у нас просто они стачиваются, вы знаете, довольно быстро стачиваются. Я вас задержал, у меня там... Здравствуйте. Приятно. Это будет небольшая камера наша, так хорошо. С ней будем работать. Окей. Лев Владимирович, вы известный ученый, член-корреспондент РАН, доктор медицинских наук, можно долго вообще перечислять. Вот мне как-то особенно запомнилось еще по первой нашей встрече, что вы президент Российского общества патологоанатомов. Вот вкратце, вот если с этого начать, что это за должность, какова нагрузка вообще? Ну, это общественная организация, она общероссийская, объединяет более 50 регионов нашей страны. И в нее входят патологоанатомы со всех концов России. Нас мало, патологоанатомов, по сравнению с другими специальностями. Точных цифр даже нигде я не могу найти в официальных, потому что регистр не доступен, или, наверное, не в открытой печати. Но где-то около 1,5, максимум 2000. По сравнению с другими специальностями это мало на всю Россию. Вот. И благодаря обществу мы можем свои усилия профессиональные совершенствовать, потому что мы проводим ряд мероприятий. Это конференции, симпозиумы для молодых специалистов, школы, куда привлекаем ведущих наших специалистов и обмениваемся опытом. Специальность наша, она... Ну, каждый кулик хвалит свое болото, но тем не менее я все-таки не кривлю душой, когда хочу сказать, что специальность наша, она все-таки отличается от других несколькими чертами. Во-первых, она мультидисциплинарная. Патологическая анатомия охватывает все прочие дисциплины. Универсальный такой врач. Да, да. Она охватывает и терапию, и хирургию, пульмонологию, кардиологию и так далее, онкологию. Самые разные дисциплины, и поэтому патологоанатом должен очень много знать. И вы знаете, мы учимся до седых волос и вынуждены всегда совершенствоваться. Но чтобы не быть голословным, я вам покажу хотя бы вот одно из наших важных руководств по биопсийной диагностике. Это два тома вот таких. Ой-ой-ой. Их трудно поднять даже физически, вы понимаете? Действительно. Угу. Очень это, впечатляет. Это, да, это известное руководство зарубежное, Surgical Pathology. На английском языке. На английском языке, которому руководствуется. Здесь очень много иллюстраций, почему. Это, опять-таки, специфика нашей дисциплины. Это то, что мы... Работаем с материалом изображений. Изображений под микроскопом, изображений, которые мы на вскрытии получаем, и на основе их ставим диагноз. Получивший диплом должен постоянно совершенствовать свою профессию. Причем раньше раз в 5 лет надо было подтверждать специальность, и подтверждением таким являлся сертификат, который раз в 5 лет обновлялся, помимо диплома. Когда-то ведь не было сертификатов. Один раз получил человек диплом, всю жизнь работал специалистом, врачом. Теперь уже и этого оказалось мало, раз в 5 лет. Сейчас так называемое непрерывное профессиональное образование – это новая форма совершенствования знаний специальных, когда человек должен не раз в 5 лет, так сказать, напрячься, а постоянно совершенствоваться. А какие формы совершенствования? Ну, это есть и семинары, это есть учеба при кафедрах после дипломного образования. И
это есть заседания научных обществ, это есть конференции, симпозиумы, это и школы. А вы строгий руководитель? Вы знаете, я не строгий как администратор, но я всегда взываю к разуму какому-то. Это очень важный момент, потому что я сплошь и рядом часто сталкиваюсь, особенно с молодыми специалистами, которые не боятся браться за нашу работу, особенно за биопсийную диагностику, даже не подозревая, сколько в этом подвохов, подводных камней, которые могут здорово-здорово ему осложнить жизнь человеку. Я иногда говорю, какие же вы смелые, когда так беретесь. Поэтому человек этими знаниями должен обогащаться не для того, чтобы иметь формальные бумажки, а для того, чтобы чувствовать себя уверенно в своей профессии. Эта уверенность, она нам очень необходима, потому что от наших диагнозов, особенно касающихся прижизненной диагностики, ну, посмертной, кстати, тоже немаловажные вещи мы занимаемся, но прижизненной диагностики, от наших диагнозов зависит лечение больного. И если наломать дров, а это сплошь и рядом бывает, к сожалению, никуда мы не денемся от врачебных ошибок, то можно искалечить судьбу пациента, а потом и свою собственную судьбу. Знакомое вам место. Вы помните ваши первые годы, Лев Владимирович? Как приходилось ли какой-то стресс преодолевать? Ну, если говорить о первом посещении секционного зала, то я был в шоке. Это было для меня стресс именно большой. И я даже тогда подумал, что патологоанатомом нормальный человек работать не может. У него должны быть какие-то психические вывихи. Потому что я видел внешнюю сторону, которая очень неприглядна в вскрытии. Но по мере того, как я углублялся в специальность, эта вот внешняя сторона, она отходит на какой-то второй план абсолютно. И на первом плане именно профессиональные наши интересы выступают. И тогда эта специальность начинает играть, потому что мы начинаем понимать важность того, что мы делаем, нашу востребованность. Потому что, хотя я и сказал, что 90% нашей работы биопсийная диагностика, прижизненная, но вот эта часть работы, она тоже очень немаловажна и очень серьезна, потому что мы докапываемся до истины во многих вещах, может быть, даже спорных. Но, чтобы не быть голословным, я могу сослаться на резонансные дела, которые обсуждаются в прессе, например, вот дело врача Мисюриной. Сейчас еще следствие продолжается, вот, но я могу все-таки высказать свое профессиональное мнение, потому что мы уже его высказали официально, причем не я один, а ведущие специалисты, мои коллеги. Там то, что излагается, ну, в печати такой, на широкую публику, в том числе и на телевидении, я присутствовал, искаженная, к сожалению, информация, когда ей приписывают все вот эти беды, связанные с больным, не учитывая совершенно еще важных обстоятельств. Я не буду вдаваться, поскольку следствие идет. Но очень неоднозначен вопрос. Мы совершенно со спокойной совестью, мы разбирали этот случай на заседании прозекторской комиссии Департамента здравоохранения города Москвы, то есть на высоком профессиональном уровне, с присутствием патологоанатома, который делал вскрытие умершего пациента, пострадавшего, с выступлением ведущих специалистов. Поэтому я это говорю совершенно спокойно, а не просто, так сказать, ради красного словца. Вот, и мы выступили в защиту доктора Мисюрина, опубликовали на сайте Российского общества патологоанатомов наше открытое письмо в ее защиту. И, может быть, это было одно из тех капель,
которые все-таки эту чашу переполнили, и вы знаете, что дело пересматривается, и ее из-под стражи выпустили и так далее. Вообще вопрос о врачебных ошибках, он чрезвычайно остро стоит сейчас на повестке дня, потому что, ну, это предмет специального разговора. Имеете в виду расхождение диагноза лечащего врача? Да, это расхождение диагнозов, раз. И все-таки вред, который нанесен больному неправильными действиями врача. И вот здесь надо зерна от плевел отделять, потому что есть врачебная ошибка, которую, к сожалению, правоохранительные органы иногда путают с халатностью и с преступлением. А в нашем профессиональном понимании врачебная ошибка, которая, кстати, еще до сих пор юридически не узаконена, это добросовестное заблуждение врача. Да, и ведущий к неприятным последствиям. Оно требует обязательного разбора профессионального и даже, может быть, административных мер, но это не преступление, поскольку преступление подразумевает все-таки цель, которая... Умысел. Выскочил из головы. Именно умысел. Врачебные ошибки, умысла нет. А есть обстоятельства. Они разные. Это может быть низкая квалификация врача. Поставили, он еще молодой, не знает. Это может быть сложный случай. У нас есть такие случаи, когда я за всю жизнь один раз это заболевание встречаю. Ну, к примеру, вот синдром Эллерса-Данло. Это такая патология соединительной ткани, когда она рвется совершенно... От случайных причин. Человека можно по-дружески в живот ударить, а у него разрывается стенка желудка. Вот так вот. Я к чему говорю, что просто... Ну, у меня такой случай был, и связанный, кстати, с судебной медициной. Я к тому, что вот сложный случай. Это может быть тяжесть состояния больного, когда его нельзя вообще тронуть даже для того, чтобы поднести к рентгеновскому аппарату или так далее. Он просто... Понимаете? То есть масса есть обстоятельств, которые... Нужно учитывать. Да, надо учитывать. И это все требует профессионального разбора. С другой стороны, есть, конечно, и халатность есть. Я уж не говорю об умысле с преступным действием. Это уж действительно область уголовного права. Но сейчас, слава богу, вот этим вопросом занимается и комиссия по изучению, вот по нашей специальности, при Комитете здравоохранения Государственной Думы. И мы там заседаем, и там есть представители Следственного комитета, судебные медики, патологоанатомы, юристы, вот такая смешанная комиссия, и эти вопросы еще подлежат обсуждению в дальнейшем. Так что это очень важный момент тоже в нашей работе. Так. Сегодня у вас был напряженный день? Ну, такой хорошо напряженный. Почему? Потому что успел сделать. Потому что бывают суетливые дни, когда утомляешься и ни черта не успеваешь. А тут, слава богу, именно продуктивный. Поэтому, так. Сейчас для точной диагностики требуются высокотехнологичные методы. То есть наши специальность становится, ну, дорогим удовольствием. Дорогим удовольствием. Требуются дорогостоящие приборы и оборудование для того, чтобы ставить диагноз на современном высочайшем уровне, но игра стоит свеч, хотя это и дорогое удовольствие, тем не менее, жизнь больного всегда дороже. А сейчас появились методы в области онкологии, так называемой таргетной терапии, прицельной, бьющей точно в мишень, то бишь в опухоль, которые сами по себе методы очень дорогие, но страшно эффективны. Даже у больных с метастазами, когда уже все врачи поднимают руки и сдаются, методы таргетной терапии позволяют либо увеличить жизнь, продолжительность на 10, 15, 20 лет, либо даже иногда полностью излечить. А я уже не говорю о тех более ранних стадиях, когда нет метастаза. Поэтому ради вот этого точного диагноза мы идем на дорогостоящие методы диагностики, морфологической диагностики. Вот. Естественно, что этих методов, эти методы нельзя распределить равномерно, как это масло по бутерброду, по всей стране. Почему? Потому что у нас... Я несколько тысяч, я сейчас могу ошибиться, но этих патологоанатомических отделений много очень. Вот. А и они маленькие, разрозненные. В каждом иногда работает 1, 2, 3, 4 врача.
Вот, и снабдить их все вот дорогостоящей аппаратурой нельзя. Поэтому внедрение этих методов стоит острый вопрос о централизации нашей службы. Очень важный стоит вопрос. Опыт централизации был начат в Советском Союзе. А что значит централизация? Централизация – это создание централизованных учреждений, которые у нас называются в нашей специальности патологоанатомическое бюро. Ну, по аналогии бюро судебно-медицинской экспертизы. Патологоанатомическое бюро, оно более крупное учреждение. И там уже не 1, 2, 3 врача, а там 15-20 врачей. Зато там можно их концентрировать, оборудование дорогостоящее, и именно там проводить эти методы исследования. И сейчас специальность развивается именно в этом направлении. Этих централизованных структур, централизованное бюро или централизованное отделение, которое обслуживает кустовым методом ряд больниц, все больше и больше, потому что именно там удается наладить точную диагностику. А это востребовано очень врачами. А бывает так, когда вам приходится прям по WhatsApp фотографии скидывать, либо получить? Сплошь и рядом. К сожалению, когда речь идет о серьезном заболевании или таком серьезном ответственном заключении, все-таки этим методам мы не доверяем. Почему? Потому что это всегда выборочный метод. Что такое фотография? Это есть кадр из общей панорамы. Понимаете, а кадр зависит от воли, прихоти того, кто фотографирует, понимаете, снимает. И поэтому неопытный специалист может промахнуться и сфотографировать не тот участок. Мы скажем, здесь все в порядке, никакой опухоли нет. А более опытный специалист должен осмотреть весь препарат. Слава богу, сейчас появляются, но опять-таки дорогие методы, тоже дорогостоящие, методы сканирования микропрепаратов, когда весь препарат целиком, начиная от его общего вида на стекле и кончая большими его увеличениями, сканируется. Это удовольствие, я говорю, непростое, и аппаратура дорогая. Эти микрофотографии очень много весят в плане информационного веса. И их бывает трудно пересылать даже по интернету, но сейчас уже эти трудности обходятся, все-таки все совершенствуется. Но именно благодаря им эта диагностика вот на этом уровне, она делает огромный прогресс, потому что особенно это касается нашей страны, ведь у нас огромная страна, и врач где-нибудь там на Камчатке, на Чукотке, если он имеет возможность через интернет, а еще тем более имея аппаратуру, отсканировать препарат, то здесь ему в центре могут дать квалифицированное заключение. Мало того, сейчас это так называемая телепатология или теледиагностика. Это дистанционная диагностика благодаря цифровым технологиям используемая. Она сейчас не только внутри страны, даже за рубеж. У нас уже сплошь и рядом обмен информацией с зарубежными коллегами производится. С какими странами? Ну, Германия очень котируется, Израиль очень котируется. Вот, Великобритания тоже частично есть. Вот, ну, это из того, что мне известно. Ну, и другие страны, Испания. Лев Владимирович, я вот встречался с врачами разных направлений, и часто мне приходилось слышать, что финансирование резко как-то сокращается. Врачи немножко, ну, разводят руками, да, что называется. Вот как вот обстоит дело с вашей сферой, где вы работаете уже больше 50 лет? А как, хватает ли вам финансирования или напротив? Ну, наша специальность патологическая анатомия в этом отношении очень уязвима по сравнению с другими. Всегда наша специальность финансировалась по остаточному принципу. У меня создалось впечатление на практике моей работы, ведь всегда у нас в статистике смертности, исключая насильственную смерть, на первом месте что стоят? Сердечно-сосудистые, инфаркт миокарда, инсульты, а потом уже что и онкология. Сейчас онкология начинает дышать в затылок сердечно-сосудистым заболеванием, и уже я боюсь, что она обгонит даже где-то сердечно-сосудистые, но это я заглядываю немножко в завтрашний день. Это по всей России. Но тенденция есть по всей России, вы знаете, где-то и за рубежом эта тенденция есть, но я, к сожалению, не могу очень четко это сейчас сказать, поскольку такими данными не располагаю, но в России резко увеличивается число. И поэтому точная диагностика
очень необходимо и очень востребовано. Лев Владимирович, а какие качества должны быть у патологоанатома? Так, ну, это, наверное, банальная истина насчет любви к профессии. Но я бы так сказал, любовь к профессии, она дает уверенность какую-то в жизни. Это тоже немаловажно. То есть чувство своей необходимости и востребованности для других. Вы понимаете, работать вот так, отрабатывать, приходить, не зная для чего. Но я видел много несчастных людей, которые не в своей области и страдают, сами мучаются и других мучают. В том числе в вашей сфере. И даже в нашей сфере, да. И в других специальностях медицинских. Что вы говорите такому сотруднику вашему? Вы знаете, все-таки советую переориентироваться. Был у меня вот этот момент один выпускник, хотел идти в патанатомию. Сначала решил, что там мало денег зарабатывают, пошел в хирургию, даже получил сертификат хирурга, не нашел себя и в патанатомии не нашел. Но зато сейчас пошел по научной области, вы знаете, и тут уже какие-то у него интересы появились. То есть каждому надо найти вот тот талант, который ему дал Бог. И, ну, если даже не в большом смысле талант, но, по крайней мере, призвание. Понимаете? И тогда это сразу играет, тогда это становится интерес. А патологоанатом чувствует свою востребованность, потому что мы нужны. Мы нужны. Хирурги ждут, звонят Лев Владимирович по телефону. Что там? Еще до того, как мы дали официальное заключение, мы уже говорим диагноз, потому что больной лежит, его надо или оперировать, или не оперировать, или какие-то методы лечения к нему применять. Вот это ощущение своей необходимости, оно очень важно в работе, очень важно. И в нашей специальности оно есть, и люди, любящие нашу профессию, они чувствуют себя необходимыми. Это очень важно. А вы можете вот вкратце вот рассказать вот об инструментарии, да, то, что здесь находится, с чем работает врач? Да. Ну, у нас инструментарий не очень замысловатый, не очень замысловатый. Это пинцеты, ножницы, ножи, линейка, зонд. Все это здесь присутствует. Кстати, обратите внимание, это не профессиональный нож патологоанатома, это, извините, бытовой нож, кстати, хорошего качества, но бытовой. Почему? А знаете почему? Из-за большого объема работы и недостаточного снабжения. Государство. Да, у нас просто они стачиваются, вы знаете, довольно быстро стачиваются. Как ни странно, вроде бы стали сделаны, вот, или из железа, и тем не менее. И вот приходится его заменять. Но... То есть врачи из дома или где-то покупают на рынке ножи, и вот им приходится работать. Вот в данном случае, да, где-то вот так с этим приходится сталкиваться. Но другие специфические ножницы, имеете в виду, смотрите, трех размеров. Есть крупные ножницы, вот такие, которые, я могу показать его даже, вот, которые называются кишечные ножницы. Вот обратите внимание, что на одном из концов ножниц режущей части имеется вот такое выбухание. Оно необходимо для того, вот этот выступ, чтобы когда мы вскрываем кишечник, он же очень скользкий, если его просто скрывать, он будет просто соскальзывать. А здесь он за этот выступ задерживается. Ну, это специфика наша. Кстати, в связи с инструментарием мне хочется вспомнить один интересный момент. Ко мне приходили тоже журналисты, которые просили меня прокомментировать результаты вскрытия инопланетянина, который вот в конце 40-х годов где-то в Америке был, я якобы вскрыт. Я не убежден, может, инопланетянин и был, и, может быть, но то, что мне показали, там инструментарий абсолютно не патологоанатомический, раз, и плюс результаты вскрытия, при том, что все-таки даже в конце 40-х годов прошлого века уже достаточно было кинематографическая съемка развита, чтобы показывать, что они извлекают. Понимаете, они извлекали неизвестно что. И... Неизвестно, чем работали. Да, и не в кадре, и не в фокусе, и так далее. Я тогда четко совершенно высказался, что данный случай – это просто какая-то имитация патологоанатомического вскрытия. Ну вот, зонды у нас есть. Видите, вот этот желобоватый зонд очень нам важен, когда мы вскрываем
узкие какие-то трубчатые образования. Ну, например, протоки, желчные протоки. Их довольно трудно. Без зонда их не найдешь, просто не вскроешь без этого зонда. Или другие там сосуды, мелкие сосуды и так далее. Есть среднего размера ножницы, а есть совсем маленькие, называемые глазными. Они тоже очень необходимы, потому что иногда наша работа приобретает ювелирный даже характер, когда мы вынуждены какие-то тонкие детали на вскрытии найти. Иногда приходится, извините так за образное выражение, искать иголку в стоге сена. Такие моменты бывают. Какое-то либо место разрыва, место расхождения, анастомоза, швов хирургических и так далее. Сколько длится вскрытие? Вы знаете, обычное нормальное вскрытие длится более получаса, обычно минут 40-45. Когда бывают сложные вскрытия, бывают такие болезни, все это, они могут длиться час-полтора часа. Но тем не менее, я все-таки не могу, надо отдать должное хирургам, когда я слышу, что они стоят по два, по три часа на ногах. Но я снимаю шляпу перед ними, конечно, и их работа в этом отношении несравнима по тяжести, по ответственности. Вот, хотя наши эти вскрытия необходимы и нужны, и востребованы, но тем не менее, вот, ну, это не так много. Я считаю, ну, в принципе, от 45 минут до часа. И очень много занимает потом писанина. Вот у меня вскрытие, если минут 40, то писанина полтора часа. Вы знаете, несмотря на то, что есть компьютер, несмотря на то, что мы даже шаблоны какие-то, шаблонные описания, и тем не менее, если качественно это делать. Другое дело, что у нас еще одна беда есть, когда из-за перегрузки работы патологоанатомов, когда нормы, которые были при Советском Союзе, не соблюдаются. А какие это были нормы? Нормы совершенно четкие. В приказе Министерства здравоохранения 200 вскрытий в год на одну ставку. Или 4000 биопсий. Совершенно четкая норма была. Сейчас эти нормы не соблюдаются. А что это 200 вскрытий в год? Ну, разбейте их. Как раз считайте, там, например, сколько там, 365 дней, выбросите выходные. Ну, это по одному вскрытию в день. Если так, ну, грубо, я грубил, ну, схематизировал. Но тем не менее, а ведь сейчас скрывает по 5, по 6 и даже по 10 вскрытий в день. Иногда. По 10 вскрытий? Да, мне это не... Я-то скрывал, иногда у меня было до 5 доходило, но это были, ну... 1-2 раза за мои 50 лет случаев бывали. Но это экстремальная ситуация. Но когда это уже становится постоянным, то, конечно, этим вскрытиям можно не доверять. Они настолько уже схематизированы, настолько шаблоны, настолько все детали уходят. А ведь черт кроется в деталях, вы знаете. Нет случаев однообразных, хотя мы все, так сказать, их... как-то стандартизируем по диагнозам, тем не менее каждый случай необычен и своеобразен и требует интерпретации и своей трактовки. А когда ты делаешь вот такой 5-10 вскрытий в день, при всем желании ты не способен их осмыслить как надо, они оформляются плохо и из-за спешки, вплоть до того, что даже иногда в протоколах мужчина и женщина путаются в терминах. То есть такие грубейшие какие-то огрехи, оплошности бывают. Это плохо, это ничего хорошего в этом нет. За рубежом, например, меня рассказывали опыт в Германии, иногда вскрытие 2 дня даже делают, когда первый день берут материал, потом его фиксируют, и на второй день еще после фиксации еще дополнительно все осматривают. Понимаете, но это очень серьезный подход. А чья это вообще вина, по сути дела? Государство оно как-то не может зафиксировать? Знаете, ну, это, конечно, упрек в сторону органов здравоохранения. Вы понимаете, вот это безудержное сокращение штатов и безудержное повышение нагрузки, но оно и в других специальностях, если я, насколько я понимаю, есть. Но и наша специальность очень вредит, и поэтому вскрытия могут, они действительно при таком вскрытии просматривать какие-то вещи, упускать из виду можно, и они теряют тогда иногда даже смысл свой. Ну вот сейчас вы уже известный ученый. Как вот вы с молодыми работаете, когда они говорят, ну, Лев Владимирович, я уже не могу, это 5-е вскрытие, условно говоря. Как вы помогаете, поддерживаете? Я, слава Богу, вот в моей этой области я... лишён вот это. То, что я говорю, это касается общей системы нашего здравоохранения и в Москве. Это молодые, ваши подопечные, ваши ученики. Вот, а те, что мои, ведь я же все-таки, я работаю в маленькой больничке,
Там скрытий не очень много, поэтому там мы делаем совершенно их в спокойном ритме, как надо, и фиксируем фотографиями, документируем и разбираем их затем на комиссиях по изучению детальных сходов. Все очень подробно, и это все профессионально. Вот я лично сам, слава богу, с этим не сталкивался, но когда я просто слышу, а это, к сожалению, есть, я просто в ужас прихожу, потому что если я вот иногда три скрытия в день делал, ну, мне это большое напряжение. Тем более, что, знаете, еще что очень важно? Я говорю уже, что вот эта оформительская часть занимает большое время. И старые добрые времена, в советское время, сплошь и рядом, все-таки у нас лаборанты печатали протокол в момент скрытия. Это гораздо эффективнее. И в идеале надо вернуться к этому. Ну вот в качестве примера необходимости нашей специальности. Сплошь и рядом мы решаем вопросы, в частности, в резонансных делах. Например, вот резонансное дело, касающееся смерти хоккеиста Черепанова, который умер сколько-то лет назад во время хоккейных соревнований. Там была большая комплексная экспертиза, и солидные очень специалисты, и судебные медики, и кардиологи, и терапевты разных специальностей, ну, в том числе и патологоанатом. И все-таки основной это диагноз был поставлен патологоанатом. И не потому, что он умнее других, а потому что метод дает такие возможности. Когда я посмотрел микропрепараты сердца Черепанова, я увидел, что у него был хронический миокардит, который протекал субклинически, то есть без явной симптоматики. Это практически был больной молодой человек, которого надо было лечить. Там выявлено, кстати, много огрехов в организации всей этой спортивной, соревнований, в частности, медицинно-спортивной. Вот, и, понимаете, чувствуешь свою необходимость и нужность вот в таких делах. Ну, это яркий такой пример, но мы ведь каждый день практически решаем вопросы, которые востребованы и необходимы для врача. Возвращаясь к вопросу о перегрузке работы патологоанатомов, когда нормы советского времени не соблюдаются, 200 вскрытий в год на одного патологоанатома или же 4000 биопсийных исследований на одного патологоанатома. И тогда это резко нарушает вот эту перегрузку качества работы. И в частности, вот когда делается 5-10 вскрытий в день, что вообще трудно себе даже представить, конечно, идут нарушения в оформлении документации, это уже халтурная работа, искажается смысл этой работы, искажается истина. И в старые добрые времена ведь на вскрытиях присутствовал лаборанты, которые печатали под диктовку патологоанатома, вскрывавшего протокол, и это гораздо качественнее. К сожалению, от этого отошли, потому что лаборантов не хватает, раз, да еще и штатные нормативы были изменены. По последним приказам здравоохранения, теперь, если раньше соотношение врач-лаборант было 1:2 у нас, 1:2, то сейчас 1:1. То есть на одного врача раньше приходилось 2 лаборанта, сейчас 1 лаборант. А за рубежом, извините, в цивилизованных странах, в Европе, в Америке, это 1:4, 1:5, 1 даже к 6. Вы понимаете, это тоже один из дефектов организации, вот в частности, нашей службы. Лев Владимирович, вот есть случаи, когда в моргах за отдельную плату родственникам умерших навязывают косметические услуги. Они стоят до 1000 рублей. Я просто сам сталкивался в Тверском морге, могу это подтвердить. И, в принципе, родственники таких людей, они находятся в состоянии, когда, ну, им действительно можно заплатить, но, скажем так, агенты, которые ведут уже, взяли на себя всю организацию похорон, они вот лично мне однажды сказали: нет, не надо тебе эту услугу, мы посмотрели, там все нормально. Вы знаете, это беда большая, и связана она с тем, что во многие лечебные учреждения внедрены ритуальные службы. Сейчас, слава богу, от этой практики начинают отказываться, и это очень хорошо. Почему? Потому что нас часто путают медиков и вот представители ритуальной службы. Тень-то ложится на врачей. Вот именно, тень ложится на врачей. И сейчас, кстати, подготовлен и рассматривается в Государственной Думе новый проект закона о похоронном деле. И
И там совершенно четко вот эти действия с телом умершего разделены на три категории. Первое – это медицинские мероприятия, ну, патологоанатомические вскрытия, в частности, работа санитаров морга. Второе – это ритуальная служба. И третье – это похоронная служба. Это совершенно три разные ветви деятельности. И для того, чтобы они не пересекались в этом законопроекте, дай бог, чтобы это прошло, предусмотрено, что ритуальные службы должны быть выведены за границы медицинских учреждений. Всегда это раньше было в советское время служба быта. И территориально. И территориально, даже территориально. Пусть они, так сказать, приходят и забирают, но это все должно быть отдельно. И тогда не будет вот этой тени на врачей, которые совершенно несправедливо и ни к чему. Вот. У меня к вам такой вопрос, а может ли человек умереть не из-за болезни, а вот от старости? И были ли такие случаи у вас? О, вы знаете, есть в международной классификации болезней такая рубрика, как старость, она имеет свой шифр. Вот, и я, может, когда часы, как будто бы остановились часы, и человек умер, и мы не находим явного морфологического субстрата, материальной основы, которая бы объяснила эту остановку. Вот. Но эти случаи очень редкие. За 50 лет моей патологоанатомической деятельности я этот диагноз поставил всего один, может быть, два раза, но я даже не могу второго раза вспомнить. Один раз. Это очень редкая ситуация. Вот. Но сейчас появилась, к сожалению, дурная тенденция, дурная, когда этот диагноз начинает злоупотреблять. А почему? Да потому что это очень легкий способ либо уйти от ответственности, если что-то напортачили врачи, скрыть о грехе, правильно? Не какая-то болезнь, которую можно было как-то лечить, а от старости. Либо недостаточный профессионализм. Не хочу бросать упрек в сторону наших коллег-судебных медиков, это несправедливо, но в какой-то части этот диагноз начинает довольно широко ими использоваться. А знаете почему? Гораздо проще. Ведь судебный медик, он наполовину медик, а наполовину юрист. И он решает задачи медицинские лишь в той мере, в какой мере они позволяют отделить насильственную от ненасильственной смерти. После того, как он определил факт, что это смерть ненасильственная, то есть от болезни, у него, так сказать, профессиональный интерес уже не идет такой же, как у патологоанатома, докопаться до причин. И вот здесь этот диагноз легко помогает. Написали старости, все, и взятки гладкие. И вроде они не покривили душой, человек действительно умер, и насилия не было никакого над ним, но до истины они не докопались, до истинной причины. Поэтому этот диагноз есть, но он очень редкий, и, к сожалению, люди умирают от болезни. Я иногда даже думаю, это какая-то несправедливость природы, может быть, что человек должен обязательно пройти вот через мучения, через страдания. Это, наверное, счастье, когда человек или быстро умирает, или, так сказать, от старости. Вы уже более 50 лет работаете, да, патологоанатомом? Да. А сколько точно лет получается? Я сейчас скажу. Я окончил в 1967 году вуз медицинский, вуз Первый Московский медицинский, тогда институт имени Сеченова. И с 1967 года я вот работаю патологоанатомом. Сначала в ординатуре, младшим научным, но это я все время совмещал с практической работой. Все время. Больше 50 лет. Она там уже больше 50 лет. Расскажите о ваших учителях. Это тоже известные люди. Вы знаете, это огромное счастье, когда у тебя есть учитель, который тебя направил. Почему я говорю именно как счастье? Потому что я в то время это не сознавал. Когда я это имел, мне казалось, что это естественно. Когда академик Струков Анатолий Иванович, мой великий учитель, который вел меня в мою специальность, тратил на меня времени. Мало того, я иногда даже раздражался, что он заставлял меня, заставлял писать научный обзор, заставлял ходить в библиотеку, ругал меня. Говорит, Лев Владимирович, а какие на этой неделе были новые поступления авторефератов, диссертаций по нашей специальности в библиотеке Ленина? Я говорил, а я не ходил. Он так по отчеству к вам обращался? Да, вот, знаете, он был из интеллигента, из дворянской среды. И он по имени отчества. Поэтому и он говорил, когда-то я, когда имел неосторожность пропустить заседание научного общества, он мне сказал, Лев Владимирович,
если вы не будете интересоваться заседаниями научного общества, я перестану интересоваться вами. Мне это врезалось на всю жизнь, вы понимаете? Сейчас таких не найдешь. Я тогда дурак был. Мне казалось, что вот он заставляет и заставляет и в библиотеку ходить, и обзоры писать, на заседания общества ходить и так далее. И только сейчас я понял, как же это важно. Это огромное счастье. К сожалению, вот такого масштаба учителей все меньше и меньше. Я был свидетелем, когда мне жаловались молодые некоторые специалисты, что вот, говорит, я пришел, говорит, а мне ничего не разрешают. Вот разрешают единственное вот, заполнять документы, не подпускают даже к операционному столу и так далее. Сейчас мало тех, кто хочет учить, потому что это требует времени и сил. Все заняты, никто не хочет тратиться, но зато благодаря этому создается школа Анатолия Ивановича Струкова, школа уже целая. Плеяда учеников, которые растят себе тоже учеников. И сейчас школ все меньше и меньше вот такого масштаба. И это большое счастье. Анатолий Иванович Струков – это вот мой первый учитель. Затем директор Института морфологии человека, где я работаю. Он тоже меня принял в свое время. Александр Павлович Авцин. Незаурядный человек. Кстати, тоже из дворянской среды, вы знаете. Это элита какая-то, интеллигент, и знающий языки, увлекающийся живописью. И, кстати, вообще все мои вот эти крупные учителя, они все, Анатолий Иванович музыку очень любил, пристрастил меня в том числе посещать консерваторию. Александр Павлович Авцин живопись любил и так далее. Апиолит Васильевич Давыдовский любил охоту тоже и живопись. И Смольянников Анатолий Владимирович. Вы знаете, величайшие глыбы просто. Такого масштаба, ну, сейчас, к сожалению, даже нет. Это что-то случилось просто. Вы понимаете, как будто время, что ли, пришло. То есть есть специалисты хорошие и выдающиеся. И они тоже, соответственно, им поручали в советские годы вскрывать известных людей. Конечно. Анатолий Иванович Струков вскрывал Виссариона Ивановича Сталина. Его подпись стоит под некрологом. И он рассказывал, там действительно кровоизлияние. Все эти всякие... Байки. Да, конспирологические, да. Что его убили. Что его якобы убили, травили. Они это применительно этого случая. Они, ему достаточно было его цель. Другое дело, что он... будучи поражен инсультом, не получил вовремя необходимую помощь, это другое. Она запоздала, он лежал продолжительное количество времени без помощи. Вот, но то, что у него было обширное кровоизлияние в головной мозг, это доказано совершенно четко. Вы знаете, вообще вот ваша профессия, ну вот мы с вами немножко касались, говорят, это циничное такое дело очень. Ну вот, разговаривая с вами, я совершенно с этим не согласен. Ну, вы знаете, это заблуждение, к сожалению, очень бытует широко, что патологоанатомы, люди циничные, это абсолютно неверно, потому что далеко от истины, очень. Специфика работы, вы знаете, она связана... действительно, с тем, что надо преодолеть какой-то рубеж, после которого, ну, я же говорил, как трудно, все-таки было мне первые моменты входить в профессию, но когда углубляешься в суть профессии, вот это, я говорю, антураж, он уходит в сторону. Кстати, например, я, ну, вскрывая трупы очень часто до сих пор, я испытываю благоговение и какой-то такой тайный, я бы сказал, мистический чувство суеверного страха, когда я вижу умершего в гробу. Понимаете, это новое качество уже, и это разные вещи, понимаете. Но когда скрываешь, я вижу болезнь в ее проявлениях, как медик. Врач-патологоанатом, девушка молодая, или это все-таки мужское дело? Вы знаете, есть девушки у нас, есть. Другое дело, что это трудно. И женщины, понимаете, если она работает еще пока молодая, они часто скрывают, но со временем все-таки переходит на биопсийную работу. И патологоанатомы пожилого возраста чаще всего смотрят микроскоп. Это все-таки физически трудновато. Трудновато. Хотя вскрывают, но это считается более трудным. Меня очень поразили ваши слова, когда вы сказали, что хороший настрой, хорошее настроение продлевает жизнь человека. В то время как какой-то негатив, стресс, депрессия, наоборот, приближает смерть. Вот как вы могли это раскрыть? Да, но я
за время своей всей медицинской практики совершенно пришел к твердому убеждению, что все болезни садятся на больную душу. Сначала страдает душа, а потом на нее садится болезнь. Вы знаете, вот это, ну, и опыт мой не только профессиональный, но и жизненный опыт, и опыт изучения и литературы, и истории, истории жизни людей. Понимаете, это нам кажется, вот инфаркт, опухоль, вроде бы язвенная болезнь, язва, чисто такие, ну, материальные вещи. Вот, но садятся, знаете, они, вот если покопаться всегда на какую-то душевную неустроенность, вот это душевная неустроенность. А отсюда очень важно для хорошей жизненной позиции иметь такое мироощущение оптимистичное. Это не значит, как дурак радоваться, извините, всему я как блаженный, всему радуюсь. Нет, надо радоваться, просто воспринимать, особенно если человек верит и высшее наше начало, которое нас создало, надо воспринимать жизнь как подарок судьбы. И общаясь все время, имея дело с больными, с умершими, я вижу, как легко нить жизни бывает оборвать. Иногда я говорю, иногда даже удивляешься, я говорю, вот какой-то тромб, ну что такое тромб? Извините, это кусочек, ну если так образно сравнить, ну кусочек, сгусточек, похожий с кусочком пластилина маленького или что-то, он, и вдруг он обрывает жизнь больного или превращает человека в инвалида. Понимаете, то есть любой может оторваться. Поэтому дорожить каждым мгновением жизни, а когда если ты этого осознаешь, тогда по-другому относишься к другому. Да, что-то на работе неприятно, да, начальство на тебя косо посмотрело, да, в семье поругался, не нашел с родными и близкими общего языка и так далее. Но если вот суметь подняться, это очень трудно, вот не погрузиться вот в этот, хотя иногда все живые люди, мы погружаемся и иногда гневаемся, все, но, кстати, гнев тоже один из таких пороков, осуждаемых религией православной. Поэтому очень важно уметь отстраниться и смотреть на вот жизнь, на, во всех ее проявлениях, хотя мне могут возразить, сказать, какие же тут можно смотреть с радостью, когда человек мучается. Да, мучение – это страшно. Мучение страшно, и здесь, конечно, долг врача вот в этих тяжелых ситуациях человека избавить от этих мучений. Избавить. И меня, например, коробит и бесит, когда я читал в публикациях, что онкологическим больным не хватает наркотиков, а им дают какие-то заменители, более простые препараты, наркотики, которые тоннами сжигаются, понимаете, тоннами уничтожаются. Другое дело, что это под строжайшим контролем должно быть, это понятно, само собой, разумеется. Но облегчить хотя бы переход больных, чтобы они не чувствовали страдания, это просто долг врача, огромный долг. Мы взвешиваем органы обязательно, потому что иногда это один из показателей, который объективный и зачастую нам очень важен. Потому что, ну, например, возьмем пневмонию. Нормальная, легкая, весит 300-400 грамм. А при крупозной пневмонии это килограмм, кило 200. Понимаете, даже уже чисто на весах уже диагноз есть. Конечно, это не один он, а, естественно, это дополнительный только метод. Но он объективно очень много дает. Сердце взвешиваем у при гипертонической болезни. Нормальное сердце около 300 грамм. У гипертоника 500 грамм, 600 грамм. Понимаете? Это для нас помогает нашей диагностике. Или, например, атрофия органов бывает, когда он уменьшается в объеме, атрофируется. Он болезнь Аддисона, так называемая бронзовая болезнь, когда имеется атрофия надпочечников, недоразвитие их, тоже взвешиваем. У нас даже аналитические должны быть весы, и они берем, где-то они всегда были раньше. Когда мы взвешивали очень маленький гипофиз, например, он весит там всего-то, я не помню сейчас точно, но где-то около один, несколько грамм, не более, а то и меньше. Вот я заметил, что они механические, да, то есть не электронные. Ну, вы знаете, есть электронные, но они барахлят. У меня вот больница Патриархата, где я работаю, тоже совмещаю, там электронные часы, но они, извините, весы, но они,
во-первых, часто что-то выходит из строя, мало кто требует к себе такого бережного отношения и настроя, что прежде чем взвесить, надо нажать какие-то кнопки, что-то уравновесить, что-то а у вас дорога каждая минута. Отвестировать, да, и лишняя работа. Честно говоря, механически гораздо удобнее в этом отношении. Вы знаете, я когда-то прочитал, кажется, у академика Лихачева Дмитрия Сергеевича, что вот добрые люди, они и выглядят несколько иначе. Это к нашему разговору о том, как мы воспринимаем. Я в связи с этим вспоминаю то, что говорил Викентий Викентьевич Вересаев, я его обожаю, люблю очень, и еще мечтаю еще раз перечитать его. Писал о том, что нет ничего правдивее старческих лиц. Он говорит, вот молодой человек, он может так владеть мимикой, что он может любое, и добродушное лицо, и злое сделать, и гневное, и какое угодно, или равнодушное. А вот старческое лицо, его трудно переделать. И он писал, что в старческом лице, как в скульптуре, отражается характер человека. И уже не переделается старческие лица. Поэтому, говорит, нет ничего правдивее старческих лиц. И вот он, в частности, эту мысль высказывал. Это очень разумно, это и правдиво. Если это покажется вам личным вопросом, вы можете не отвечать, конечно, но я все-таки спрошу, вы верующий человек? Верующий, христианин. И да. Ваша работа, я так понимаю, вот за более чем полвека... Укрепила абсолютно. Абсолютно укрепила. Ну, во-первых, потому что мы не можем найти материальный субстрат души до сих пор. Хотя есть там публикации, там якобы ее фотографируют, там отлетает тогда, но тем не менее, или взвешивал кто-то ее. И вы знаете, ведь бывает иногда ситуации, я ведь говорил, что от старости-то мало, редко кто умирает, все от болезней. Но тем не менее, иногда бывает для нас случай, когда вот вроде бы и болезнь есть, но, как бы сказать, она не настолько объясняет все-таки уход из жизни человека. И вот что ее уход? Вы знаете, кстати, возвращаясь к Викентию Викентьевичу Вересаеву, он ведь писал такую мысль, что человек